Вітаю, друзі, в ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Марія Тарасенко, і сьогодні у нас в гостях Володимир Климовицький, доктор наук, професор, заслужений лікар України. Вітаю, Володимир. Розкажіть, будь ласка, звідки приїхали до нас у Кропивницький? Ну, ми їздимо вже, к сожалению, 2014 року. Ми із Донецька. Донецкий институт травматологии и ортопедии, областная клиническая травматологическая больница Донецкая, кафедра травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета. Мы в 2014 году переехали в связи с военными действиями России и захватом Донецкой области частично. Мы переехали в город Лиман Донецкой области. К сожалению, наш Лиман сейчас разрушен. И долгие годы, вот 8 лет работали, нормально работали в Лимане, были хорошо оснащены, удачно работала наука и практика, обучались студенты, курсанты. Но, к сожалению, Россия не дает нам нормально жить, поэтому пришлось переехать в город Кропивницкий. Почему Кропивницкий? Дело в том, что один из факультетов нашего медицинского университета расположен в вашем прекрасном городе, и мы приехали сюда. Ну, как домой, в общем-то. Вы разом с коллегами приехали, так? Приехали и преподаватели медицинского университета нашей кафедры, приехали научные сотрудники, приехали врачи, приехали медсестры, приехали санитарки частично, приехали рентгенлаборанты. То есть очень много людей приехало. А как давно? Вы сказали, что тиждень как приехали. Мы начали работать с 1 числа. Вот уже начали работать, уже все. И начали оперировать. И уже больные есть, уже знают, что мы здесь. Мы с удовольствием помогаем нашим коллегам из вашего города. А працюете на базе лекарни Святого Луки, правильно? Да. Прекрасное лечебное учреждение. Я был очень удивлен, насколько передовое лечебное учреждение. И как, в общем-то, в любой больнице, в любом центре, любой человек может чему-то научиться новому. Вот это, что у вас есть, центр лечебный, это Запад, это Европа, это Америка, это самое современное, что есть. Поэтому с удовольствием, я думаю, с нашими кадрами, с условием работы здесь, мы очень многого добьемся. А то есть, какие это пациенты взагалі от, звертаются до вас, и кому вы зазвичай, с какими проблемами допомагаете? Ну, вначале история. В Донецкой области, в Донецке, областная травмбольница Института травматологии уже насчитывает 70 лет. Это даже не отдельное заведение, это единое научно-учебно-клиническое объединение, в котором кафедра травматологии и ортопедии – это обучение студентов, курсантов, Институт травматологии и ортопедии, где внедряются, разрабатываются новые методы лечения, и клиническая база, где это все внедряется, проводится. У нас там было 500 коек, потом 420. Поэтому, когда мы решали, какие отделения, какие клиники сделать в институте, мы исходили из того, что, в принципе, травматология развита достаточно хорошо в любом городе в основном. Если мы просто будем травматологией, это ничего не значит. Мы должны быть лучшими в чем-то. Поэтому отделения, вот, которые сюда переехали, это узконаправленные отделения, ну, я назову, отделение микрохирургии и хирургии кисти. Это работа под микроскопом, это операции, которые ювелирные. Вчера одна такая была. Отделение травматологии и ортопедии для детей. Очень сильное отделение. Это и горбы, это плоскостопие, это врожденная патология, это травма тяжелая. Отделение костной патологии. Ну, мы назвали патологией, потому что, когда называешь, как оно есть, онкологией, люди пугаются. Поэтому назвали так. Это разработка и внедрение органосберегающих операций при злокачественных и доброкачественных опухолях костей. Это когда человек заболевает тяжелым заболеванием, раньше ампутация, там, а сейчас это сохраняется. Эндопротезирование, опять же, сложное, индивидуальное, или замена пораженного участка кости каким-нибудь композитным материалом, вот такие операции. Отделение эндопротезирования крупных суставов. Мы в Лимане в нашем делали
порядка 500 операций в год таких. Сейчас тоже мы готовы это делать. У нас очень хорошо работает, все отделения хорошо работают. Отделение артроскопии – это на крупных суставах работа эндоскопом без разреза, прокалыванием. И причем этот эндоскоп, артроскоп, у нас такого уровня, что их два в стране по мощности. И мы, кстати, успели его забрать вырвать. Уже они там подходили, наши ребята с помощью теробороны поехали, выбрали. У нас отделение интересное эндоскопическое удаление дисков позвоночника. Мы это называем хирургией одного дня. Когда больной поступает, ему отдаляют диски, работает тоже эндоскопически на позвоночнике, и человек уходит домой к вечеру на следующий день. Тут такие методики. Ну и сейчас мы хотим с 1 июля, мы уже Григория Николаевича, наверное, замучили, мы хотим открыть еще инсультный центр у себя, перевести из Лимана. У нас есть пакет услуг НСЗУ, Национальная служба здоровья, на лечение инсульта. А вот мы хотим это тоже сделать, у нас кадры подготовлены. А учитывая, что в этом центре, где мы находимся, есть МРТ, СКТ, разные-разные диагностические аппараты, мы готовы это делать с нашими специалистами. Тобто, в принципі, все те, що ви робили у Лимані, ви можете і тут уже проводити у Кропивницькому, усе є? Ми можемо більше робити, тому що я слухав в п'ятницю, перший раз був на п'ятиминутці, або як конференція врачебна, і я услышав, що робить лабораторія клінічна от тут. Це унікальна лабораторія. Тому можемо зараз... Ну, перспектива, знаете, вот хочется это, и лечение септических состояний, их будет много, потому что минозрывная травма, она требует длительного лечения, поэтому планов море. Працювати буде з чим? Буде з чим працювати, а главное, щоб був мир, тоді ми готові дуже багато зробити. Взагалі, багато обладнання вдалося отак вивезти? Нет. У нас, к сожалению, не удалось КТ, это не получилось, МРТ, как мне позвонили подпольщики с нашего города, что уже урки, горки забрали этот МРТ, увезли куда-то. Да. Поэтому, к сожалению, вот, хорошее увезли, но много не получалось. Мы были хорошо оснащены, нас старались оснастить. Ми тільки не думали, що такого буде. Ніхто не думав, шкода. А скажіть, а плануєте навчати у нас молодих кадрів, майбутніх лікарів? У нас кафедра травматології, ортопедії і воєнно-польової хірургії Донецького медицинського університету. Вона на багатьох базах, я думаю, буде, ну, в тому числі у нас. І у нас преподаватели кафедри теж працюють. И будем и студентов обучать, будем курсантов обучать. То есть мы готовы к этому. Супер. Дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, що вам буде затишно у Кропивницькому. І я дякую вам, друзі, за перегляд. Дивіться і надалі наш інформаційний марафон. Ми працюємо, аби ви отримували оперативну і достовірну інформацію. А я хочу сказати спасибо Кропивницькому, спасибо его жителям за то, что нас приняли, и мы надеемся, что мы вместе очень многое сделаем и для Украины, и для мира на Украине. Все будет Украина.